Поймали с одной лунки двух неплохих окуней. Сейчас затишье. Расскажу вам, как 1 января я подсел на лов одной благородной рыбы в 10 часов. Не сильно нажрамшись 31-го, еды, конечно же. Мы уже были на воде. До часу полоскали, ни хрена. Некоторые товарищи мои там по 2-3 года ездят и ни хрена не ловят. Ну и что, я-то подумал тоже, 10 часов. В 13 сели пообедать. Надежды уже не было. И подъезжаем к одной каменистой гряде. Первый заброс, бабах. И... Ну что, выбрались мы с Марком 1 января на рыбалочку. Без надежды, как обычно, но за кумжу. И... Бинго! 1-я морская форель, Александра. 1-я форель в истории рыболовства моего. На вот такую хреновинку. Вот такая блюсинка. Какой-то сольвинен, фиголинен. Но, к сожалению, не в размер, так что 1-я красавица идет отдыхать. Ну, плыви, вырасти большая, чтобы я 3-ю взял. Пошла красавица. Ох, улетела. Ну, начало положено. Да. 1-я моя кумжа в жизни. Ох, думаю, подсел я на эту рыбалку. Буквально через минуту. Не прошло и минуты. Но это уже размер. Бля, там твою же убить. Ну что, Санек? Держи ее крепче. Охренеть. Это уже, блин. Это уже. Брать надо брать. Полторашка? Блин, ну, что-то есть. Вот ну, это? Давай, поздравляю, продолжаем. Огонь. Продолжаем. И это пока мой рекорд. 2-130. 60 сантиметров. Ух, красавица. Загорелся теперь я эту кумжу ловить. Ну и на этом все не закончилось. Через какое-то время у меня был еще сход. А потом я поймал вот эту красавицу. Безумная рыбалка продолжается. Если бы мы еще не нафигачили в лодке дырок, блин, практически и мотор бы был бы в порядке, то просто охренеть, это 3-я моя рыбина уже. Теперь щука, окунь и кумжа. Подписывайтесь, будем вместе с вами еще и кумжу ловить. Буду развиваться, учиться, формы уже все проштудировал. Так что вот эти красавицы скоро пойдут одна с другой. Ну а пока лед, Чудское озеро. Но это уже другой ролик. Опа! Чё так клюнуло, Серега? Ню. Так себе полосатик.